Ребята, слушайте, мам, ты победил! Маша! На, Когда Лектуса убили, вот мой неправильный выход, что я на Аркадия убил. Если бы я не убил Аркадия, то есть убил бы Олю, допустим. Спасибо, Дарья. Ох, ты чё-то болен. Тут просто Таля дала клуш, что кто-то шевелился. Да ладно. Между прочим, один раз шевелил, когда стал, уже остался на море, Титу шевелил с Таней. Он надеялся ее, надеялся убить ее. Так, где Пепси? Сладкий сок. Пепси? Пепси? А ты думаешь, что осталось? Выпей какао. Ну, тебе понравилось бычьим? Бычьим. Интересно смотреть, кто тут. Ты знаешь, кто чего. На самом деле, игра намного сложнее. Это был самый простой вариант. На самом деле, существует еще комиссар. Который что? Комиссар Катани. Да. Который открывает глаза после мафии, да. И может показать на какого-нибудь человека, да. И ведущий говорит, мафия это или не мафия. Да. То есть комиссар это будет, может про кого-то спросить при необходимости. Да. Он на стороне города. И в какой-то момент может, скажем, выяснить. Может, скажем, выяснить, сказать, я комиссар, город Капитей, или там какая-то опасная ситуация, что все сейчас ошибется. Значит, когда комиссар спрашивает, все слышат? Да. Неизвестно, комиссар же должен отгубить свои вещи жить. И ведущий говорит, что как будто бы он жив. Вы дорогу. Он не обязательно жив, Дем. И даже если комиссара убили, ведущий все равно произнесет себе какой-то мусор, как будто бы он жив. И если даже не жив, неизвестно кто он. В какой-то момент комиссар может выйти и сказать, что он, ребята, вы делаете ошибку, вот того, как вы жили на самом деле честно. Да. Но они же не знают, что он комиссар. Да, мафия может быть. Я выходит двое и говорят, я комиссар, каждый из них он комиссар. Они должны решать, кто из них действительно комиссар. И вообще, кто из них комиссар, нет, потому что никто их. Да. Потом, если народу еще больше, мы должны как называемый адвокат в городе. Да. Который, хотя бы не лежит городу, вот не мафия. Да. Но он подыгрывает мафию. Да. Причем он никого не спрашивает, но он как бы... Он старается нанести тень обличения, да, подыгрывает мафия. И опять же неизвестно кто, но может быть он убит, а может не убит, ничего не делает. Что ж, это твоя была идея, меня согласись. Да. Так, я просто проверяю свои